Мы идем на самом деле в тупиковую ситуацию, я объясню по одной простой причине. Для меня, как для этнического кавказца, совершенно непонятно бездействие диаспоры. Мне непонятно, по какой причине, когда ущемляются права членов этой диаспоры, то всегда начинаются обращения и громкие высказывания СМИ. Мне непонятно совершенно, не просто где осуждение этого поступка, а где выдача этих людей, потому что найти внутри сообщества их очень просто, выдача их правоохранительным органам. Будут сходы и националистов, и патриотов, и фашистов, разных людей, которые будут на этом делать свои политические дивиденды получать. До тех пор, пока у нас полиция не заработает четко, это первое. И второе, пока сама диаспора не просто будет не осуждать, а будет вести воспитательную работу среди своей... Я хочу принести извинения за, перед россиянами всеми за тех кавказских отморозков, которые периодически будоражат мнение по всей России. Это люди, без, как говорят на Руси, без царя в голове, без Бога в душе. Ну, вместе с тем хочу обратить ваше внимание на то, что таких отморозков хватает у каждого народа. Ни один народ не может похвастаться их отсутствием. Другое дело, что вот сейчас вот этнический кавказец говорит о том, куда смотрят диаспоры. А диаспоры это что? Исполнительная власть. Они имеют право наказывать, они имеют право. Вот я, они пользуются авторитетом среди этноса, согласитесь? Вот, они пользуются авторитетом, и это важно. Безусловно, безусловно. И поэтому мы, диаспоры, стараемся делать так, чтобы этот кавказцы вели себя нормально.